Сегодня же вручили паспорта и тюменским школьникам. Свой первый взрослый документ они получили в стенах городской думы. Такой честью удостаиваются немногие. Присутствующие школьники уже успели отметиться высокими достижениями в разных областях. В спорте, культуре, волонтерской деятельности. Вручали документы советник губернатора Александр Новопашин, серебряный призер Олимпийских игр Рустам Тотров и временно исполняющий обязанности главы администрации города Руслан Кухарук. Я думаю, что именно вручать паспорт именно в сам праздник, в День России, это вдвойне торжественно. Это запоминается на всю жизнь. То есть именно своим трудом, своим вкладом в развитие нашего города, в развитие своей школы, в развитие своего кружка, они доказали, что достигли того уровня, что можно было получить паспорт именно в этот день.